Они дали мне комнату. Не сходи с места. Только не надо оружия. Что у вас общего с моим сыном? Он хотел помочь. Помочь кому-нибудь встать на ноги. Он дал мне деньги. Он дал деньги? Да, мэм. Свои сбережения? Вот, купил одежду и получил работу. А ты удержишься? Ты сам устроил себе проблемы. Я справлюсь. Ты думаешь, это так просто? Вы на улице жили? Моя мать там живет. Ну, тогда вы не знаете, что это такое. Когда впервые влезаешь в дерьмо и укрываешься газетой, понимаешь, что твоя жизнь в ауте. И тут подходит ваш сын и протягивает тебе руку. Ты берешь ее, пусть это ребенок. Потому что иначе тебе конец. Мне приятно, что вы хотите отплатить Тревору. Мне нельзя платить Тревору. А что же вы делаете? Я плачу вперед. Вы хотите, чтобы я ушел? Я уйду. Что значит вперед? Это я. И три человека. И я хочу помочь им. Сделать что-нибудь стоящее, чего они не смогут сделать сами. А я сделаю. Потом они также поступят по отношению еще к троим. Будет 9. 9. А я сделаю еще 3 дела. И будет 27. Расти это будет здорово. Поняла? Ого! Вот они! Хорошо, мне это нравится. Ладно, ладно. Тихо, по одному. Да. Это хорошая идея. Шон. Глупость. Адам. Это доверие. Люди плюют на доверие. Ну и что? Делай, как знаешь. Что ж, Тревор, классу кажется слишком утопичной твоя идея. Посмотрим это слово в словаре. Вроде совершенный мир. И почему у тебя появилась эта мысль? Потому что... Всюду беда. Он говорил об этом? Мы о многом говорили. Да. Но вы не переживайте. Я скажу ему, что нам больше не надо. Нет. Не надо. Ты хочешь кофе? Да, мэм. Хорошо. Я звонил президенту насчет загрязнения среды. А мама сказала, что нас засекут, и положил трубку. А я повесила в 2 супермаркетах эти плакаты. А я сделаю сайт на китайском в интернете и скажу, чтобы все китайцы одновременно прыгнули. И чтобы сместилась земная ось. Спасибо. Но... Садитесь. Что ж, ваши идеи удивительны и разнообразны. Добавьте и это слово в ваш список. Но я хотел бы остановиться сейчас на одной идее. Потому что за годы преподавания я впервые столкнулся с идеей, основанной на самой искренней вере в доброту человека. Тревор попытался взаимодействовать с миром. А это суть задания. Если бы я был восторженным человеком, я бы назвал идею восхитительной.